В селе Глиное Слободейского района в результате пожара погиб мужчина. Возгорание в доме заметили соседи, они же вызвали пожарных. Я сидел в компьютере и потом услышал взрыв. А после взрыва я посмотрел в окно и смотрю, что что-то искрится. Потом я выбежал на улицу, посмотрел и смотрю, горит. Забежал в дом, сказал всем, что горит, сразу вызвал пожарных. И потом уже мы побежали, начали всех звать, начали тушить. Набирали ведра с водой и тушили. По словам соседей, 50-летний хозяин дома жил один и часто выпивал. В доме обнаружили много бутылок и пустых пачек от сигарет. Неосторожное обращение с огнем на первом месте в списке основных причин пожаров. На втором – неправильная эксплуатация электроприборов и печного оборудования. Из-за неисправной проводки тоже часто бывают возгорания. По статистике, две трети пожаров у нас происходят в частном секторе и многоэтажках, причем в основном осенью и зимой. За последние два месяца практически каждую неделю в республике фиксировались пожары со смертельным исходом.